Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Инкогнито Татьяна. Сегодня я хочу приготовить зразы. Для приготовления зраз нам необходимо картофельное пюре, тушеная капуста для начинки, яйцо, соль, черный молотый перец, мука и растительное масло. Сначала нам необходимо приготовить картофельное пюре. Я думаю, что вы знаете, как его готовить. Я сейчас приготовила 5 картофелин, почистила, залила кипятком, добавила туда лук и лавровый листик. В конце я посолила эту картошку. Ну, солить нужно так вот, как бы побольше, чтобы начинка, то есть сами зразы у нас были не пресные. Потом я ее слила и потолкла ее специальной вот толкушкой для картошки. Добавила в картошку 50 грамм сливочного масла. Молока и никакой другой жидкости я в картофель не добавляла. Картошка должна у нас остыть. Вот теперь мы сейчас из этой картошки будем готовить картофельное тесто. В пюре мы добавим... я взяла 5 столовых ложек нашей пюрешки. Добавляем туда яйцо сырое. Теперь мы поперчим. Поперчить тоже нужно так достаточно, чтобы тесто у нас было не пресное. Теперь я возьму вилочку и все это перемешаю. Теперь мы возьмем муки. Муки вот у меня как бы суховатенькая, я буду пробовать. Сначала я возьму 1 ложку муки. Так как у меня теста будет не очень много. Вот, я возьму пока 1 ложку муки. Муку я просеиваю. Вот так вот я беру ложку с горочкой. Просеиваю. И вилочкой я все это перемешаю. Я думаю, что мне этого будет достаточно, так как у нас это картофельные зразы, но никак они у нас не из теста. А тесто у нас картофельное. Поэтому мне кажется, что этого для моей картошки будет достаточно. Я взяла дощечку, на которой мы будем делать наши зразы, ложку муки. Так, чуть-чуть дощечку я присыплю мукой. Вот так. Теперь будем готовить наши зразы. Берем вот такую вот столовую ложку, чуть-чуть руку в муку. Вот наше тесто вот такое вот красивенькое получается. Вот оно почти не липнет к рукам. Теперь мы возьмем, делаем такую вот лепешечку. В центр лепешечки мы кладем капусточку. Вот это я многоватенько взяла. Вот так вот, где-то чайную ложечку. Делаем из них такой вареничек из картофельного теста. Вот так вот. Слепливаем края и обваливаем в тесте, в муке, то есть, простите, заговорилась.
Вот так, вот такая вот у нас получилась штучка вкусненькая. И будем выкладывать. Вот так вот. Теперь возьмем вторую. Вот столовую ложку. Делаем из нее лепешечку. И в центр мы положим чайную ложечку капусты. Вот, можно и побольше, ну как у вас там получается. Вот, теперь мы делаем вот такую вот котлетку, обваливаем в муке и формируем зразы. Вот так. Выкладываем на нашу дощечку и так делаем до конца, пока мы не сделаем все зразы. Я включила сковородку, добавлю туда подсолнечное масло. Огонь у меня средний. И сейчас из тех зраз, которые я сформировала, мы сейчас их поджарим. Сейчас попробуем, как оно. Нет, еще масло не подогрелось, поэтому нужно немножко подождать, чтобы масло подогрелось. Вот так я буду потихонечку выкладывать. Масло уже шипит. Вот так вот. И теперь мы будем их поджаривать. Сейчас мы их перевернем на другую сторону. Вот так. И поджарим еще с другой стороны. Так, это я, пожалуй, рановато перевернула. Вот так вот будем поджаривать еще с другой стороны. Я взяла тарелочку, на тарелочку полотенечко бумажное. Вот такой вот румяный зраз у нас получился. Выкладываем на тарелочку. Вот такие они получились румяные, веселые. Вот это я еще раз переверну. Вот так вот жарим все зразы. Вот такие румяные зразы у нас получилось. Значит, из 5 столовых ложек пюре у меня получится 10 зраз. Сейчас они остынут, и я покажу, какие они внутри. Сейчас я разломлю зразу. Вот такая она получилась. Видите, она прожарена. Мягенькая, вкусненькая. Как я делала начинку, вы можете посмотреть на моем канале. Приходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Буду очень рада. Приятного вам аппетита и всем хорошего настроения.